Здесь вы узнаете, как установить Python для создания Telegram-бота на Python. Следуйте указанному шагу. 1. Перейдите на официальный сайт Python. 2. Ниже вы увидите кнопку и несколько ссылок «Загрузить последнюю версию для Windows». Выберите свою операционную систему и получите настройку. 3. Когда вы нажмете на Enter, установка начнется автоматически. 4. После установки дважды щелкните «Файл загрузки» «Exe». 5. Примечание. Не забудьте добавить путь, версию, и нажмите «Далее». Имейте в виду, что если вы хотите использовать Python, убедитесь, что path определен в вашей переменной среде.